Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». У микрофона Ольга Болезина. Здравствуйте. Детские площадки в торговых центрах в Кирове открывать пока не будут. Правительство ввело послабление для работы в торговых центрах, но они касаются только фудкортов. Им разрешили работать после запрета, который действует уже почти целый год. Последние несколько месяцев было разрешено работать только на вынос и для обеспечения питанием сотрудников торговых центров. Многие арендаторы в такой ситуации просто предпочли закрыться. По словам замминистра экономразвития Ларисы Агалаковой, раз работают и без особых нареканий рестораны, бары, кафе и другие заведения общепита, нужно дать такую возможность и точкам в торговых центрах. Что касается детских комнат, которые тоже не работают с марта, о них речи пока не идет. Программа «Экономика». ГДМС получил все контракты на ремонт дворов в Кирове. По данным Департамента городского хозяйства, компания была единственным участником всех торгов. В 2021 году по проекту формирования комфортной городской среды в Кирове планируется благоустроить 36 дворовых территорий. Муниципальная компания, напомню, также является главным городским подрядчиком по содержанию дорог и по ремонту дорог по нацпроекту. «Экономика» на 101 FM. Аграриям заплатят за прием студентов на практику. В этом году набираться опыта отправят порядка 700 человек, заявила ректор сельхозуниверситета Елена Симбирских. Предприятиям, которые возьмут практикантов, в общей сложности выделят 5 миллионов рублей. В Минсельхозе составили список успешных предприятий, где рекомендовано проходить практику. В прошлом году на сельхозпредприятие было направлено порядка 400 студентов сельхозвуза. Они разъехались по 31 району Кировской области. Экономика. В завершении о валютах на сегодня: курс доллара 73 рубля 72 копейки, курс евро 89 рублей 21 копейка. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.